школьные дни. Здравствуй, школа, здравствуй, здравствуй, мир прекрасный, самые счастливые года, добрые уроки и учитель строгий. Дорогие ученики, верные друзья, заботливые родители и уважаемые гости, сегодня мы со всей гимназической семьей встречаем первый день нового учебного года. Закончилось сияющее лето. Ушло желанием нашим вопреки. И в такт шагам качаются букеты, которые несут ученики. Начнутся трудовые будни завтра для педагогов наших, для ребят. Учителя, родители, ребята, вас поздравляем с 1 сентября. Этот день не просто дата в календаре. Это долгожданный праздник для всех нас. Ведь именно сегодня, 1 сентября, открываются двери в бескрайнюю и удивительную страну знаний. Конечно, для каждого из присутствующих на нашем сегодняшнем празднике этот день по-своему волнителен и хорош. Но есть те, для кого он отмечен особой радостью и особой грустью. Это наши дорогие первоклассники, и мы приглашаем их на нашу праздничную линейку. Первый А-класс. Классный руководитель Оксана Терентьевна Богданская. Учитель первой категории. Руководитель Алла Васильевна Ткач, учитель высшей категории.
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объявляется открытой! Славы вдвоем Приднестровью, здесь дружба народом крепка. Великой сыновней любовью мы споем весны на века. Вославим сады и заводы, осенние поля города. Любовью славные годы на благо отчизны труда. Уважаемые коллеги, ученики, родители, к вам обращается директор гимназии Людмила Анатольевна Балабан. Дорогие гости, педагоги, гимназисты, родители, поздравляю вас с Днем знаний, с началом нового учебного года. Сентябрьский звонок одинаково волнует все поколения. Одним он дарит встречу с родным учебным заведением, другим дарит воспоминания о прошлом. Но для всех это праздник знаний. В этот праздничный день по традиции мы особенно чествуем наших первоклассников, для которых только открывается большая дорога в мир знаний. И тех, кто переступил порог выпускных классов. Для вас новый учебный год станет первой вехой в выборе профессии. Желаю в наступающем учебном году всем гимназистам успехов в учебе, упорства в поставленных задачах перед собой, педагогам успехов в работе, вдохновения в нелегком труде. Желаю родителям мудрости, терпения и никогда не забывать о очень высокой ответственности воспитания своих детей, будущих граждан Приднестровской Молдавской Республики. 2 сентября мы отмечаем 27-ю годовщину мирного неба над головой. И это благодаря дружественной России, которая является гарантом мира и безопасности на нашей Приднестровской земле. Солнце уголочек с искренними, добрыми людьми, с разных языков сплетен веночек, и в семье живем, как братья мы, песнями и теплотой богатой. Радостно приветствуем гостей, смех звучит веселый в каждой хате, и сердца открыты для людей. Над тобою край неповторимый пламенеет ранняя заря. Днестр хрусталь волны разлил долиной, он несет привет наш за моря. И в России люди ощущают наших душ сердечность и тепло. Счастье, мир планеты охраняют, чтоб в судьбе всем жителям везло. Вот об этом мы поем. Граждане
этот праздничный, торжественный день нас приветствуют почетные гости. Глава государственной администрации Рыбницкого района и города Рыбница Вячеслав Анатольевич Фролов. 1 сентября – это, безусловно, радостный день, торжественный и значимый для тех, кто учится и учит. Для педагогов это открывается новый этап творческой работы, радость встречи со своими отдохнувшими, повзрослевшими воспитанниками. Для 11-классников это время для того, чтобы подтянуться, удалить какие-то пробелы в знаниях и стремиться к новым свершениям и достижениям, выбрать свой профессиональный, правильный, верный жизненный путь. Конечно, это радостный день для наших первоклашек, увлекательный мир знаний, которых ожидает в стенах этой школы. Я хочу пожелать в этот день, чтобы все школьники не боялись трудностей, верили в себя и, конечно же, воспитывались в духе патриотизма и любви к своей малой родине. Потому что родина для нас — это все. Накануне 27-й годовщины образования Приднестровской Молдавской Республики мы должны всегда помнить и чтить память 31-го рыбничанина, которые беззаветно отдали свою жизнь за это мирное небо над нашими головами. От себя лично и от лица Государственной администрации Рыбницкого района и города Рыбницы я хочу поздравить всех с Днем Знаний, новых творческих успехов. Дерзайте, ищите, совершенствуйтесь. Всем благополучия, мира и спокойствия. С праздником! Слово предоставляется депутату Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Андрею Михайловичу Сафонову. Благодарю. Позвольте передать приветствие от лица председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александра Сергеевича Щербы. Он подчеркивает в своем приветственном адресе то, что именно знания, которые несут учителя, которые поглощают ученики, которые помогают всем нам в жизни. Это основа всего. Без этого невозможно движение вперед. А чтобы все это было возможным и необходимым, для этого надо обеспечить мир, чистое небо над головой, счастье каждого дня для всех наших людей. Поэтому позвольте пожелать добра, мира, счастья, улыбок детей, теплоты родителей, и чтобы мы не раз еще встречались на таком чудесном, великолепном празднике. Дорогие друзья, с Днем Знаний и с наступающей годовщиной нашей страны! Спасибо вам! Именно учителя, взявшие нас за руку в первом классе, ведут за собой до 11 класса, помогая, открывая мир и беззаветно любя всем сердцем. Дорогие наши учителя, за ваши знания, ваше терпение и вашу любовь примите слова благодарности от всех ваших учеников. Аплодисменты всем учителям гимназии! И для всех праздничный сувенир от артистов гимназии танцевальной группы «Созвездие». Руководитель Инна Владимировна Дробашевская. Спортивно-хореографическая композиция «Пробуждение».
праздники. Присутствуем на празднике День знаний. На правах старших нам поручено ответственное дело быть наставниками самых младших гимназистов. Дорогие первоклассники, мы с радостью принимаем вас в нашу большую, дружную, школьную семью. Пусть этот праздничный день вам запомнится на всю жизнь. Сегодня вы отправитесь в страну знаний, а для проживания в этой удивительной стране мы вам подготовили самый важный документ ученика – дневник гимназиста, который вручим сейчас с памятными словами. На всех с утра ведут сюда дороги. И мелодичные, веселые звонки уводят нас с уроков на уроки. Когда-то, ровно 10 лет назад, когда деревья были золотые, для нас был праздник первого звонка. Под трель его мы в класс вошли впервые. И первоклашки те, ученики, учились, подрастали и взрослели, и каждый день встречали их звонки, и 10 лет, как птицы, пролетели. Сегодня мы волнуемся слегка, сегодня этот день друзьями полон. Сегодня снова праздник первого звонка, и новых школьников встречает школа. Помню, как впервые я вот в эти стены школьные входил. Учительница первая моя нас в первый класс улыбку проводила. Она была нам как вторая мать, как капитан у штурвала корабля. И вас, ребята, будут провожать такие же прекрасные учителя. Мы принимаем вас на школьный коллектив и хотим сейчас все вместе услышать от вас, как вы старались в школу попасть. А мы вам в этом поможем. Школа – это светлый дом. Мы учиться будем в нем. Там научимся писать, складывать и умножать. В школе многое узнаем о своем любимом крае. О горах и океанах, о материках и странах. И какие есть моря, и как вверх-то земля. Куда впадают реки, и какими были греки. В школе мастерские есть, интересных дел есть. И звонок веселый, вот что значит школа. Посмотрите в эти лица, как в них можно не влюбиться. Гимназия сегодня вас встречает и успехов всем желает. Привет, мальчишки! Мальчишки! Привет, девчонки!
Вот у вас что, одни девчонки? Привет, мальчишки! Куда это я попала? Что за массовый сбор? Или экстренная эвакуация? Что у вас случилось? Что сломалось? Вы меня узнали? Да ладно, и кто я? Всем тыдыщ, суперсимка спешит на помощь. А теперь рассказывайте, кого нужно починить, что у вас сломалось? Зачем вы собрались здесь? Что за праздник? 1 сентября. А, точно! Меня сегодня дедус отправил к человеческим детям и сказал, чтобы я посмотрела, как вы учитесь, что вы изучаете, какие книжки читаете. Правда, помогатор мне какой-то странный сегодня дал, сказал пригодится. И сказал, чтобы я обязательно нашла самую лучшую школу. Я попала по адресу? Да! Это самая лучшая школа? Да! Точно, точно? Да! Что, гимназия? Да! Ух ты, вот это мне повезло. Возьмете меня к себе? Да! Но дедус меня отправлял учиться вместе с моим братом Ноликом. Видели Нолика? Нет. Не видели? Посмотрите, может он где-то между вами, может под хвостом где-то спрятался. Нет? За ухом. Нолик, давайте позовем Нолика. Нолик! Нолик! Симка, я тут такую штуку в лаборатории нашел. Смотри, только прочитать не успел. Нолик, тут написано азот опасно. Опасно, Нолик, зачем ты ее принес? Как зачем? Сейчас что-нибудь поэкспериментируем? Ну это же чужая вещь, ее нельзя брать. Вдруг она опасная? Но мы же фиксики. Мы чуть-чуть, чудаков и не заметят. Ну смотри, у меня даже помогатор необычный. Я даже не знаю, что нам из него пригодится. Как что? Посмотри. Перчатки для начала, чтобы было безопасно. Правильно, дети? Ты думаешь, тебя спасут перчатки, Нолик? Мне кажется, это очень серьезная колба. А вы знаете, что такое азот? Да? Ничего себе, даже первоклашки у вас знают, что такое азот. Нет, вот оттуда кто-то кричит. И что же это? Кто знает из вас? Это газ? Нет, он жидкий, друг мой. В этот раз он жидкий. Нолик, ты придумал, что ты будешь делать? Чем ты будешь удивлять? Конечно, у тебя помогает есть роза. Смотрите, обычная роза, как тысячи, которые у вас в руках. Сейчас я сделаю ее хрустальную. Только мне нужна ваша помощь. У вас есть считалкины, друзья? Умеете считать до 10? Тогда давайте все дружно. Раз! Дымится. А как понять вообще, что она хрустальная? Ну, нужно ее разбить. Как мы ее разобьем? Давай найдем кого-нибудь. Ну, или вот. Ну, раз ты предложил, об тебя и будем разбивать. Меня, да. Тебя. Можно я хоть шлем одену? Каску свою. Вот это ты дышь, так ты дышь. Ты дышь! Вы видели, я ее разбила, ничего даже не осталось. Но, друзья, как-то маленький, хоть и голова затрусилась. Может, я сделаю ты дышь побольше, вы согласны? Смотрите, опять что-то наливает, что-то химия.
нервничает. А вы не боритесь? Сейчас Толик обещал, что будет тыдыш, будет взрыв. Вы не боитесь взрывоопасных веществ? Мало того, что вы умные, так вы еще и бесстрашные дети. Ничего себе, вот это школа, вот это гимназия! Вы должны все помочь Толику надуть шарик. Давайте будем все дружно дуть, и шарик будет надуваться. Гелевые шары, держитесь. У вас щечки надулись, ничего себе. Вам на Нолика моего не сдуйте, договорились? Начинаете дружно и сильно дуть. Жидкость, может, она волшебная? Вдруг там живет джин, вы представляете? Но чтобы выпустить джина, что нам нужно сделать? Нужно потереть колбу. Давайте хотя бы потрем ушки свои. Ушкам тепло уже отлично. И сейчас вы должны все загадать свое самое сокровенное желание. Ну что, все готовы ловить джина? Гимназия готова! Раз, два, три! Загадываем, загадываем желание! К вам летит кусочек джина! Заметили, джин был немножко холодный, видели? А вам было холодно? Но на улице же не так тепло, солнышко только выходит. Давайте я предлагаю, чтобы наш праздник был настоящим веселым, станцевать с Симкой фикси-танец. Поможете мне? Кто со мной? Поднимите ручки. Я буду показывать, а вы повторяйте. Договорились? Чтобы всем было весело и все согрелись. С праздничным настроением начинали новый учебный год. Холодильник.
Тыдыщ! С праздником вас, друзья! Ну что? Нолик, мне очень понравилось в этой гимназии. Я думаю, что мы можем остаться, и нас еще чему-то здесь научат с тобой. А мы вас научим химичить. Хотите? Да! Принимайте нас к себе! Да! В самую лучшую школу! Да! Ну тогда с праздником, друзья! И мы еще с вами обязательно встретимся в новом учебном году. Ярких вам открытий, веселых уроков и веселых перемен. С праздником! Наступил торжественный момент нашей праздничной линейки, когда прозвенит школьный звонок, который позовет всех на самый первый урок. Право подать первый звонок предоставляется ученикам 1 и 11 классов. Приглашаются Анастасия Червинская, Александр Ткач, Наталья Шелару и Евгений Фролов. Детей.